Большинство азербайджанцев, проживающих в России, интересует самый главный вопрос. Когда откроются сухопутные границы между Россией и Азербайджаном? Итак, последние новости с официального сайта «Спутник Азербайджан». Азербайджанский депутат назвал сроки открытия сухопутных границ страны. Итак, мы видим, что до открытия сухопутных границ осталось совсем немного. По его словам, это произойдет 1 мая 2023 года. И давайте посмотрим, что говорит об этом депутат Азербайджана. По словам парламентария, закрытие сухопутных границ лишило заработка 300-400 человек в стране. Баку, 28 марта, «Спутник». Кабинет министров Азербайджана в понедельник принял решение о снятии ряда ограничений, введенных в рамках особого карантинного режима. Согласно нему, в Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом всем гражданам иностранных государств и гражданам других стран, постоянно проживающих в этих странах, а также лицам без гражданства. Кроме того, Кабмин отменил требование наличия паспорта COVID-19 при въезде иностранных граждан. Отметим, что решение о закрытии сухопутных границ Азербайджана по-прежнему остается в силе. «Спутник Азербайджан» исследовал вопрос вероятности открытия сухопутных границ в ближайшее время. Кабинет министров Азербайджана не ответил на запрос редакции по этому вопросу. Депутат Милли Меджлиса парламента Рази Нуруллаев заявил «Спутник Азербайджан», что снятие ряда ограничений, введенных Кабмином в период особого карантинного режима, является требованием дня. Он отметил, что во всем мире сегодня отменяются решения, действовавшие во время пандемии. В Азербайджане также больше не было необходимости оформлять разрешение на въезд иностранных граждан в страну, а также требовать у них наличия COVID-паспорта. По словам Нуруллаева, пришло время отменить решение о закрытых сухопутных границах. По имеющейся у меня информации, с 1 мая срок особого карантинного режима в стране больше продлеваться не будет. При этом с 1 мая откроются и сухопутные границы. Это очень радостная новость, сказал депутат. Итак, мы видим, что по словам депутата, 1 мая 2023 года откроются сухопутные границы. Парламентарий отметил, что закрытие сухопутных границ создало серьезное препятствие товарооборота, так как граждане республики занимались мелкой торговлей, ввозя и вывозя товары через сухопутную границу. Это лишило заработка 300-400 человек. Это также создало проблему для людей, которые хотели приехать в нашу страну из-за рубежа. Наши соотечественники, проживающие за границей, с трудом посещали нашу страну из-за дороговизны авиабилетов. Открытие сухопутных границ приведет к возрождению экономики и снимет недовольство граждан, подчеркнул Нуруллаев. Депутат заявил, что многолетнее закрытие сухопутных границ оказало негативное психологическое воздействие на людей. По его словам, если будут открыты сухопутные границы, в стране возродится и туристическая отрасль. Итак, информация с официального сайта «Спутник Азербайджан». По словам парламентария, уже совсем скоро, 1 мая 2023 года, откроются сухопутные границы между Россией и Азербайджаном. Обязательно поделитесь этой информацией в социальных сетях и подпишитесь на канал. Здесь самые последние и важные новости.